Привет, друзья! Сегодня я приготовила вкусный постный пирог с начинкой. Готовится пирог из самых простых продуктов. Внешне он похож на пирожное. Начинку в пирог можно добавить любую. Я добавила густой джем. Пирог готов. Время выпечки при температуре 180 градусов 30-35 минут. Поверхность у пирога должна немного зарумяниться. Перед тем, как нарезать, надо его полностью остудить. Тесто пирога пропиталось джемом. Он получился не сухой, а достаточно мягкий. В качестве начинки можно использовать ягоды и фрукты. Если вам понравился рецепт, приготовьте себе вкусный постный пирог. Буду благодарна за лайки и ваши комментарии. Всего самого доброго, до новых видео, пока!